4500 заграничных паспортов выдал отдел ФМС по Ненецкому округу за первое полугодие. Как пополнить ряды обладателей документа? На изготовление загранпаспорта уйдет месяц, при этом простоять в очереди в здание ФМС придется несколько раз. Этого можно избежать, подав заявление на единый портал госуслуг. Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру, затем заполнить анкету, последний пункт – оплата госпошлины. Загранник старого образца, срок действия которого 5 лет, обойдется в 1000 рублей. Паспорт нового образца, действительный 10 лет – 2500 рублей. Срок действия паспорта 10 лет, и он содержит чип, на котором та же информация, которая отражена в паспорте, она закодирована. То есть, где пограничный контроль, быстрее можно пройти в зону Шенгена особенно. И в недалеком будущем заграничный паспорт нового поколения, он будет содержать еще биометрические данные, то есть отпечатки пальцев. Несмотря на более простой порядок оформления загранпаспорта через интернет-портал, данной услугой в нашем округе за этот год воспользовалось всего 113 человек. Именно поэтому сотрудники миграционной службы призывают жителей округа пользоваться электронной подачей документов.